Когда это была не Россия, а Союз Советских Социалистических Республик, когда это было мощное тоталитарное государство, то есть тема расизма, естественно, была закрыта, потому что не было такой темы. То есть нет у нас расизма, не может быть расизма в стране Советов, там не может быть дискриминации в стране Советов. У нас все равны, у нас все хорошо. И поэтому было сложно жить таким людям, что на поверку-то на самом деле в практике они каждый день сталкивались с расизмом, с дискриминацией. Они каждый день сталкивались с тем, что они изгои, что их общество вышвыривает просто. Но официально этого не существовало. Внешне никто меня за русского человека не считает. Я становлюсь для кого-то русским, когда я говорю с ним, что-то мы делаем, понимаешь? Тогда он говорит, да, это парень русский. Он отличается от меня только цветом кожи, и все. А так он вырос, он, понимаешь, всю жизнь здесь. Для меня, что я русский гражданин, так получилось. Так получилось, что я родился в России. Америка была представлена as a place that discriminated against black people in every sense of the word. And Russians are trying to be Americans in every sense of the word. And so if we're going the American way, then we cannot go halfway. We must go 100%.